По данным Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, в связи с частыми жалобами установлен постоянный контроль за популяцией хищников. В некоторых районах Прикамья волки держат в страхе местных жителей. Так, в Управлении гражданской защиты Красновишерска сообщили, что за январь от местных жителей поступило более 3 обращений о нападении волков на собак. В последнем случае стая хищников оставила от собаки один ошейник. Краевой Роспотребнадзор предупреждает, в Березняках выявлены случаи заболевания коклюшем среди детей. Большинство заболевших не были привиты. Основные симптомы коклюша. Сухой, навязчивый кашель наблюдается чаще ночью или перед сном. Раздражительность, слабость, вялость, нарушение сна, появление небольшой отечности лица и особенно век. Если вы отмечаете подобные симптомы заболевания, незамедлительно обращайтесь к врачу. Жители Березняков смогут наблюдать суперлуния. Астрономическое явление происходит лишь раз в году. 19 февраля Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние и будет казаться больше на 12%. Следующее суперлуние можно будет наблюдать 9 марта 2020 года. Во время него полная Луна имеет наибольший размер и яркость. Новости коротко подготовил Сергей Калиник.